Самый крупный, самый престижный. Ульяновск 29-й раз принял турнир по дзюдо «Волга». В этом году он еще и самый представительный. На татами спортивного комплекса «Новое поколение» вышли почти 400 спортсменов из 15 регионов России. Уже люди знают, что это то место, где можно поучаствовать, получить опыт, и где город и команда федерации хлебосолем встречает своих гостей. Поэтому я думаю, что уже сама дорога протоптана другим поколением перед нами. И поэтому этот турнир и считается у нас самым таким ходовым в Приволжском округе. Турнир «Волга» – это состязание спортсменов не старше 18 лет. Среди них самые перспективные дзюдоисты Поволжья. Для многих это трамплин для будущих успехов. История знает немало примеров, когда победители «Волги» впоследствии становились матерыми дзюдоистами. Один из таких примеров датирован серединой 90-х годов прошлого века. Случилась такая история. Тогда еще проживающий в Кургане молодой тренер, значит, Александр Гусев приехал сюда своим учеником, Ожогиным. А Гусев, он такой эмоциональный, и он всегда кричал: «Двигайся, двигайся, Коля, активно, двигайся, двигайся». И Коля как ртуть катался по татами, выиграл. А потом стал чемпионом мира. Специалисты уверены, что среди нынешних участников «Волги-2018» тоже вырастут достойные чемпионы. Как пример приводит димитроградскую спортсменку Анну Гришкину. Кандидат мастера спорта, в первый день она выиграла соревнования в своей весовой категории, а на следующий день судила поединки других спортсменов. Мне как-то бороться дается легче. Сидеть ты переживаешь, а бороться настраиваешься, выходишь, борешься, зависит все от тебя. Золотой почин Гришкина из хозяев соревнований поддержали только Михаил Дурникин и Абдусалом Имомов. Они победили в своих весовых категориях. Также в копилке ульяновской команды еще одна серебряная и одна бронзовая награды. А больше всего призов досталось самарским дзюдоистам. Они 9 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.